Добрый день, уважаемые зрители! Вашему вниманию представляется костюм уральской казачки, датируемым концом 19 века. Костюм состоит из сарафана, сарафан глухой, круглого покроя и рубахи. Такие рубахи называли рубахи-рукава или просто рукава. Этот костюм уникален тем, что он характерен конкретно для Урала. А во-вторых, несмотря на то, что костюм датируется концом 19 века, такой покрой сарафана характерен для самых древних видов сарафана. Рассмотрим поподробнее. Если мы говорим о любой этнической одежде, то ее основа – это экономичность. Ткань была или дорогая, если мы говорим о шелке, парче или бархате, или ее нужно было выткать самостоятельно. Поэтому любая этническая одежда очень грамотно и экономично скроена так, чтобы получилось как можно меньше обрезков. Данный сарафан глухой, покрой круглый. Что значит круглый покрой? Наперед сарафана и часть спинки шел один кусок, в данном случае зеленой узорчатой шелковой ткани. Он шел наперед полотнище на часть спинки. Дальше в спинке образовывались складки, чтобы убрать ширину. К этому полотнищу пришивалось еще одно горизонтальное полотнище, тоже целиком. И уже к нему пришивалось третье полотнище, скроенное. Данный сарафан не распашной. Застежка – это имитация. Расстегивается только верхние несколько пуговиц. Но, создавая имитацию полов по обе стороны, нашит широкий серебряный галун и ряд бронзовых просечных пуговиц, которые служат одновременно украшением сарафана. Галуном украшены также проймы рукавов и подол. Такой галун на подоле назывался усами. К этому сарафану обязательно шла рубаха. Особенности вообще любой рубахи рукава – это то, что она была сшита из двух типов ткани. На рукава и верхнюю часть стана шла более дорогая и красивая ткань, а на нижнюю часть шла более простая и дешевая. Основа здесь экономичность. Верх будет виден из-под сарафана, низ не виден. И если низ износится, его можно будет заменить. В чем особенность данной рубахи? Она сшита из красной шелковой узорчатой ткани. И особенность уральской рубахи – это очень широкие рукава. Также здесь из красивой ткани сшиты только рукава. Стан сшит из более дешевого ситца набивного. Дело в том, что она конкретно создана под этот сарафан. Он закрытый. Из-под сарафана будут видны только рукава. Рукава шились тоже экономично. Из цельного куска шелка перегибались пополам. Для создания ширины рукава снизу вставлялись треугольные клинья. Поэтому рукав заужен немного кисти. А в верхней части он собирался в сборку, и поэтому эту рубаху не нужно было подгонять под размер, она подойдет практически под любой размер. Этот покрой рубахи с поликами, полики – прообраз кокетки, шов полика закрывался широкой полосой позумента. Такой комплект бытовал в городе Свердловске до 1930 года. Эти комплекты были очень богатые и дорогие, поэтому они передавались по наследству.